Сегодня на 64-м Каннском фестивале в главной конкурсной программе будет представлен давно ожидаемый фильм американского режиссера Терренса Малика «Древо жизни» с участием Брэда Питта. Поклонники Питта ждали его появления несколько часов. Актер не подвел. Он раздавал автографы и позировал фоторепортерам. Сюжет строится вокруг истории жизни 11-летнего мальчика Джека. Джек наблюдает этот мир с чистотой и непосредственностью взрослеющего ребенка. Родители Джека разные люди. Мать внушала сыну, что самое главное чувство – это любовь и милосердие к окружающим. Отец хотел, чтобы сын вырос сильным и самостоятельным, чтобы он был готов к жестокости реального мира.